Боже, какие же красивые и аппетитные пончики! Господи, я бы хотел их попробовать, вот особенно вот это с глазурью или с вареньем. Боже, так, Паша, все, какие пончики, ты в магазин вообще не для этого пришел. Добрый день. Да, здравствуйте, что будете покупать? Да, я бы хотел у вас, короче, купить. Давайте мне шоколадку, метеор, вот это самое вкусное. Давайте чипсов и, чтобы попить, давайте литр спрайта. Ага, литр спрайта. А чипсы какие вы будете? О, чипсы, давайте вот мои любимые с крабом, вот эти вот розовые, лейс краб. Ага, лейс краб. $17 к оплате. Ага, $17, так, хорошо, давайте оплата картой и опа! Так. Оплата не прошла. По чеку пишет то, что недостаточно средств на карте. Не знаю, что. Так, а как это так? Подождите, это может какая-то ошибка. Давайте еще раз попробуем. Так, ну-ка. Оплата. Чего? Также нету денег. В смысле? Так, да ё-моё. Ну ладно, тогда извините, можете. Ну, я не буду ничего, короче, покупать. Стоп, ну как это? Как это нет денег? Я вот этого не пойму. В смысле, ну, у меня же были на карточке деньги, как, куда они списались? Я понял, куда я их потратил. Всем привет, ребята, с вами, как обычно, Паша, Влейдин. И, ребята, это просто жесть. Прикиньте, хотел покушать перед записью, а тут, у меня на карте нет денег. Это просто жесть, я даже вообще забыл, то, что все мои деньги пошли на эту BMW i8. Это просто жесть. Блин, ребята, я вот так сильно хотел поесть, особенно своих любимых чипсов, спрайта попить. У меня денег нету, ё-моё. Ребят, кстати, вот кто сейчас кушает, ребята, и смотрит это видео, ребят, я вам желаю приятного аппетита! Кушайте на здоровье! А также, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы это видео было комфортнее смотреть, да! И, друзья, давайте на этой серии наберем 20 тысяч лайков! Да, друзья, это большая цифра, но надеюсь, мы с вами ее сможем одолеть. Дальше, друг, давай спускайся вниз, ставь лайк под этот ролик, а также подписывайся на мой канал, если ты еще вдруг каким-то образом не подписан. И, друзья, не все так просто. Ну что, вы думали, лайк поставлю и все? Ребята, вы должны на этой серии за 24 часа набрать 20 тысяч лайков. Так что, ребят, давайте ставим лайк, подписываемся. Ну, а я, ребята, не знаю, поеду на бочу или, думаю, там хотя бы денег найду, и тогда уже съезжу в нормальный магазин. Так, ну, вроде как у меня была заначка в книге, так что поэтому деньги будут, по сути. О, Снежочек, господи, здорово, ты чё, блин, мой миленький, хорошенький, поздоровайся с подписчиками. Так, ладно, короче, Снежок на месте, а где Антон? Эй, Антон! Антон! Так, ладно, может, его нет. Так, ладно, ребят, давайте пока поищем деньги. Так, заначка, так, ну-ка, тут... Так, нет, это не в этой книге. Так, ну-ка, может, в этой? Так, нет, тут, то, ребята, Яков какой-то из книг прятал по-любому деньги. Так, ну-ка, может, тут что-то... Ребят, ничего нету. В смысле, как ничего нету? О, Паш, привет! Здорово, блин! У меня это, короче, беда, срочно деньги нужны. Можно у тебя взять в долг? Да дело-то в том, что я хотел у тебя попросить долг, наоборот. Стоп, ты хочешь сказать, что у нас нету денег? Похоже на... Стоп, подожди, а что нам делать? Стоп, подожди, как мы проживем вообще месяц без денег? Как мы будем покупать еду? Я умолю! Или как мы будем заправлять наши машины? Стоп, а как Снежок без еды-то проживет месяц? Ты... Стоп, что нам делать? Надо что-то продать. Так у нас ничего нет для продажи. Что мы можем продать, блин, ты издеваешься? Нам надо другой какой-то способ заработка. Ну-ка, может тут что-то... Может взять кредит, я не знаю. Да какой кредит, Антон, у нас и так как полно, блин. Это точно не подходит. Так, продать. Ну тогда снять третью часть бомжей. Чё? Нет, это точно не подходит. Это самый худший вариант. Не, Антон, это не подходит. Так, ну-ка, может продать, не знаю, там, ванну или кухню, не знаю. Мне кажется, мне кажется, подходит. Да. Классный вариант. Да, в смысле подходит? Подписчикам бомжи нравятся. Они 100% поставят лайк. Во-вторых, за бомжей мы сможем найти там еду, деньги, машину даже, да. Антон, я не буду становиться бомжом в третий раз. Ну вот... Надо какой-то другой способ заработать. Я вот думаю, что продать. Может, кухню реально продать? Ну что, микроволновка есть у нас? Я придумал! Что придумал? Ну давай рассказывай, что. Это вообще суперская идея, Пашка. Какая суперская идея? Давай рассказывай, что. Тебе 100% понравится. Давай рассказывай, не тяни, блин. Давай говори, что за идея. Давай грабим банк. Что?
Ты в своем уме? Какой еще банк? Это же чистое преступление, Антон. Ты что, да нормальный? Да ладно тебе, это же GTA. Тут можно делать все, что захочет. Тем более мы профессионалы в этой игре и банк вообще на изи ограбим. Антон, это самая глупая идея. Мы никогда даже этим не занимались. Блин, какой грабить банк? Ты издеваешься? Ладно, что там, ничего сложного. Я когда фильмы смотрел про ограбление, там рассказывали про все грабительские штучки. Антон, я не собираюсь грабить банк. И точка, все. Блин, тем более нас уже все знают в лицо. Если в банк придут волки-пингвин и начнут грабить банк, то все поймут то, что это сразу мы и повяжут нас, так что... Так мне... мы другие маски купим. Нет, Антон, я не буду грабить банк. Это... Давай грабим, ну ты чё? О, боже мой, нет, Антон, никогда. И вот просто никогда. Это самая глупая идея, Антон. Просто никогда. Да давай тебе грабим, ты чё? Что? Стоп, ты как это сделал? Ты же был там. Неважно, давай грабим банк. Нет, Антон, и точка, всё. Какой банк? Блин, глупые мысли. Вот реально, просто самые глупые мысли. Грабить банк, блин, это же... Да ты чё? Ну давай грабим. Погнали. Как ты это делаешь? Стоп, ты же был на кухне. Ты что, издеваешься? Так, короче, нет, Антон, не будем мы грабить банк. Просто никогда, ни за что. Давай, давай. В смысле? Так, подождите. В смысле, я что-то не... Так, Антон! Куда пропал? Так, о! Давай грабим банк, ну давай, ты чё? Что ты, чё, Мак? Так, всё, пошёл нафиг. Никаких банков и точка. Всё. Так, надеюсь, тебя там не будет. Так, ну всё. Антон, так, я лучше, ребят, заперусь. Так, всё, наконец-таки. Так, тут уже никого не будет, и он сюда не проникнет. О, боже мой, банк. Ребята, вот просто грабень банк, это просто... А, кстати, ребята, совсем забыл, хотел с вами серьезно поговорить. Еще месяц назад я вам показывал статистику нашего канала. А то есть, сколько на наш канал подписано мальчиков и девочек. И тогда девочки выиграли с большим отрывом пацанов. И я хочу сказать каждому спасибо, кто подписывался весь этот месяц. Но сегодня я решил посмотреть опять на эту статистику, и я очень сильно удивился. На наш канал подписано 49% мальчиков и 51% девочек. Эх, пацаны, вот это жесть. Вас все равно выигрывают девочки. Эх, пацаны, ленивые вы очень. На одну кнопку-то сложно нажать. Ладно, хорошо. Скоро мы будем снимать не GTA 5, как обычно, а будем снимать различных кукол, Барби, пони там и так далее, блин. Ё-моё, девочки, вот хочу обратиться именно к вам. Вот вы настоящие волчицы. Вы сразу понимаете, что надо подписаться на канал, что надо поставить лайк. И мне, блин, даже смешно становится, когда мне говорят, что пацаны на моем канале проигрывают девочкам. Ой, ё-моё. Так что вот, девчонки, пожелаю вам только удачи. Я вас очень сильно люблю. И мне кажется, что вы в этой битве на 99% вот по-любому выиграете. А вы... Бездельники, да, пацаны, давайте активнее, подписываемся на канал, вы же настоящие волчата, а главное правило волчат это быть подписанным на канал Флейзина, так что давайте не ленитесь, я верю именно в вас, пожалуйста, нажмите на красную кнопочку подписаться, ну уберите вы эту лень из себя. Паша! Паша! Чё такое? Быстрее поехали, короче, давай, собирайся, поехали. Куда поехали? Я чё не был. Ну там это, новое видео надо посмотреть для видоса, давай быстрей. Что там посмотреть надо для видоса? Новое видео, там битва воров, короче, нужно снять, давай, поехали быстрей. А, битва воров, ну ладно, поехали. А куда мы едем, Антон? Я вот так и не понимаю вообще. Да, новый ролик, давай, это нужно место посмотреть, там ролик скоро будем снимать. Место? Стоп, а чё за ролик, я чё-то не понял. Обычный ролик там на канале. На канал. Стоп, это бомжи! Это бомжи, да? Это... Нет, бомжи потом снимем. Бомжи? А, в смысле, какое потом? Мне никаких бомжей, не-не-не. Так, стой, куда мы едем? Я не понимаю, какое новое место, какой новый ролик? Стоп, здание. Мы почти приехали. Ну, мы сейчас буквально один поворот, и все. А, поворот? А, битва ран... Ну, хотя нет, стоп, это ж, ну, да, не новое. Да, мы приехали. А, подожди, в смысле приехали? Так тут одни здания, какое новое место для ролика? Или, подожди, тут... Да ладно, тут банк. Нет, стой! Выпусти меня! Открой машину! Открой! Да, я, да, нет, да. Нет, Антон, да, нет. Паша, да, это наш последний шанс. Ты сам подумай, нам нужны деньги. Банк, наш последний шанс. Да, Антон, ограбление банка, это пипец.
полный, блин, это очень жесткое преступление. Все, я в этом не участвую. Все, давай, поехали домой, выпусти из машины, открой дверь. Ты подумай, мы сможем купить дом, квартиру, даже золотой унитаз себе. Что? Ты сможешь погасить все кредиты на машины. Вообще, мы всегда будем богаты. Ну, блин, ну... Да, ты в этом прав, но... А если нас посадят? Ну, все, это ж... Не посадят нас, я уже тем более придумал план, поэтому... План? Все, супер, да. Смотри, короче, посмотреть. Нам первым делом нужно осмотреть здание банка, так. Собрать всю информацию о нем, потом достать оружие и хакерское оборудование. Четвертый пункт — это добыть костюмы и маски, и самый пятый — это найти машину для ограбления. Офигенный план, блин, только где мы это все найдем? У нас даже денег нет, ты издеваешься? Как мы это... Не, на самом деле, тут все просто. Костюмы у нас остались со съемок, оружие у нас тоже есть. Для хакерского оборудования подойдет ноутбук, ну и немного магии. Магии? Стоп, ты сейчас прикалываешься, ну, какой? Ну, я в институте изучал программирование, думаю, я смогу написать код для взлома камеры банка. Ты чё, блин, так, ну, чё-то немножко сомнительно как-то, блин, тебе не кажется? Да нормально всё, пошли на разведку. Ну, ладно, пошли, блин, ребят, реально, вот влепите лайк, вот мне капец как страшно. А чё делать, как там, ну, как разведка так, проводится? Так, главное, не подавай виду, всё хорошо, мы просто пришли снимать деньги в банк. Да, так, хорошо. Так, ну-ка. Так, ё-моё, камеры, капец. Тихо, господи, ребят, капец как страшно. Ищи камеры. Давай встанем в очередь, будто мы снимаем деньги. Окей. Так, хорошо. А что дальше-то, Антон, делать? Там, видишь, смотри, за дверью там есть такой ключ. Надо посмотреть, какой там пароль. Так, как я узнать-то? Стоп, дай хотя бы проверить там что. О, реально, Антон, там какая-то штука секретная, непонятная, щиток какой-то. Там пароль вроде надо вводить. Сфотографирую я. Сфотографировал, так ладно, и щелкнул. Так, ну вроде мне все. Мне кажется, это самое главное хранилище, поэтому нам туда и нужно. А что дальше? Типа, что, камеры тут, камеры есть некоторые. Я посмотрел, двое охранников, это, конечно, проблема. Ну, в принципе, все, я все изучил, поэтому можем отсюда уходить. Ну, ладно. Валим, давай быстрее. Какие-то у вас большие тут очереди. Да, пока. Да, капец, какой-то юмор, ребята. Так, хорошо. Как еще дальше-то делать? Я не понимаю. Нам нужно готовиться к ограблению, потому что мы завтра грабим банк. Завтра? Так, да? Подожди, так, у нас же ничего нет тут. Как мы завтра-то грабим банк? Ладно, не беспокойся. Я во всем позабочусь, все подготовлю, и завтра будем грабить его. Офигеть. Блин, ребята, реально, влепите лайк. Такой серии у нас еще никогда не было. Но мы, ребята, отправляемся домой. Давай, пора. О, еда. Ну еще говорящий, нифига себе. Хороший сон. В смысле, стоп, говорящая еда. Говорящая еда! Или кто это? Отошел! Отошел от меня! Пошел вор! Антон у нас вор! Какой вор? Я маску переодел, да успокойся ты! А, ё-моё, Антон, это ты, блин, ты! Стоп, почему ты переоделся? Ты вообще видел время? Нам банк грабить пора! Куда? Да побыстрее, как раз самое время! Да какое? Да сколько вообще времени? Ты вообще видел? У нас 6:28, ты издеваешься! Это отлично, банк открывается в 7, поэтому мы успеем идеально. Господи, ну а так а где давай ты? Давай со мной! Да что, может, Антон, может, не надо, давай я лучше лягу спать, как бы. Я всю ночь готовился, писал программы, одежду надо было, давай быстрей. Ну ладно, давай, и чё, ну где тут твои программы? О, это ещё что такое, подожди! Переодевайся, одевай бронежилет. А чё это такое, подожди, это... Это оборудование и патроны, и оружие. И патроны, нифига себе! Так, ладно, ну давайте, ребят, переоденемся! О, нифига себе! Ребят, слушайте, я не знаю, ну, я какой-то спец... Я спецназовец, конечно, я готов! Так, а что у меня? О, оружие, ребят, вы посмотрите, просто... Ой, здесь что, оружие всех, стоп! А это мы что такое, подожди? Банк. Стоп, а это что это за красная штука такая? Это взрывчатка, которая поможет нам взорвать двери банка! Ё-моё, нифига себе! Так, ну ладно, тогда все, погнали, это грабим... Стой, маску забыл, куда, погнали. Какую? Не, маска-то на мне, маска, вот, видишь, вот, да как бы... Да не, убери нас, заметят сразу. Точно, ребят, надо же узнать. Так, ладно, тогда, ну, давай я пороюсь тут, может, что-то найду. Антон, блин, почему у нас другой маски не было? Я вот этого да не пойму. Нормальная маска, что тебе не нравится? Боже мой, стоп, а почему мы вообще через черный выход-то вышли? Я что-то не понял, так подожди. Так потому что если мы через парадный вышли, мы все заметили, спалили, позвонили в полицию. Блин, ну да, согласен. Так, ну тогда что, поехали, что мы тут стоим медленно, давай, короче. Эх, ты вылези оттуда быстро. Почему, что такое? Машину заметят, ты что, нам нужно взять какую-то другую. Я не успел подготовить, хотя... Да можно вот эту взять, в принципе, почему бы нет? Это не подготовленная!
Да вообще все равно, садись. Так, ладно, ребята, блин, первый раз такое, ребята, реально, влепите лайк. Так, ну-ка, я точно тогда выбью, ребят, двери. Правильно, правильно. Офигеть. Ну ладно, ребят, все, отправляемся на ограбление. Господи, так, какой у нас вообще план там, ну мы заходим, что мы делаем там, я вообще сейчас не понимаю. Сейчас по пути расскажу, ты просто офигеешь, мой... просто гениальный. Ну чё, понял план? Ну, вроде как да, я вот не знаю еще. Ладно, может... на всякий случай, но... повторю еще раз, смотри, мы влетаем в банк, никого не трогаем, кроме охранников, так. И то лучше не стрелять в них. Короче, я камеры обезвреживаю и все, и мы грабим банк, но... только аккуратно, тихо. И главное сделать все очень быстро, понял? Окей, все, понял, ну... Ой, господи, мне все равно страшно как-то. Ты уверен, что эта штука сработает вам, блин, с ноутбуком, да, или что? Да, все, я все настроился, правильно, погнали. Ай, ладно, погнали, ребята, блин, это очень страшно. Так, ну слушай, тут особо-то людей нету, так что, ну что, сразу, получается, влетаем. Быстрее, или... Быстрее, бежим, просто на полной скорости вырубаемся, забираем деньги и валим отсюда. Ладно, давай. Боже, мне страшно, может, не надо, слушай, давай, может, ну, передумаем, давай, ну, уже посмотрим. Поздно, уже слишком ладно. Поздно, давай, ладно. Раз, два. Все, влетаем! Это ограбление! Рада-да-да! Стоять на месте! Ой, у охранника! Ложи заложников! И мочи этого охранника! Давай, по на землю! Тихо-тихо-тихо, аккуратненько! Давай, охранника вали! Охранника этого вали! Или... Все, слушай, так, что дальше, Антон? Ой, это что? Антон, это... Что за фигня? Ай, кто врубил? Антон, что делает? Все! Быстрее, грабить банк, быстрее! Так, ладно, все, понял, жди тут на чеку! Так, ладно, ребята, так, взрывчатку, так, ща, установлю взрывчатку, подожди, так, давай. Давай, аккуратней! Да ща, погоди, ты, ё-моё! Ты, главное, там, это, смотри, чтобы никто не вошел. Ребята, капец, ограбление банка! Я все контролирую, удачи, давай, давай, да, не открывай, или открывай, так, все, вроде открылось, так, ща, так, тут код, так, тоже, ща, установлю, подожди, так, ты, смотри, главное, это, чтобы никто там не зашел, не давай, вышел. Давай, я снимаю, ну-ка, кто-нибудь, что-нибудь сейчас делает, пристрелю сразу. Боже мой, блин, ребята, реально, влепите лайк, так, все, захожу в хранилище, так, ну-ка, может, тут кто-то есть, так, тут никого нету. Так, Антон, вижу это, короче, хранилище, ща буду взламывать, так, ну-ка. Давай. Подключаюсь к нашему серверу и, так, по сути, должен сейчас произойти взлом, так, ну-ка, и, так, вроде, так, Антон, что там у тебя? Да, ща, ой, Антон, что это такое? Что тут надо делать? Какая-то система, блин, я видишь, не понимаю. Видишь красную полоску, нужно попасть. Я понял, хорошо. Ребята, ой, сложно. Сколько у нас времени, Антон, там примерно? Вы скорее полиция, будет через 2 минуты. Я понял, так хорошо, сейчас. Подожди, ё-моё, да, сложная штука какая-то. Да ё-моё, да что так-то сложно? Давай там чуть-чуть. Да, о, все, Антон получилось. Отлично. Так, да, все хорошо, так, ребят, давайте быстрее достаем. И, так, ну вроде как хранилище. Ну, давай, оба, открылось. Антон, быстрее. Так, ну-ка, а тут деньги есть, так? Антон, тут деньги. По-любому, это же банк самый главный. Да, тут нету, тут одни ячейки. Слушай, а вдруг там денег-то не будет вообще нифига? Тут, да это все же... будет, главное успеть до приезда полиции. Осталось давай, минуту быстрее. 20 секунд, быстрее. Минут 20 секунд, это было... Антон, тут золото. Так, давай быстрее, все, ребят. Наваливаем сумочки. Ребята, так, забирай все, что есть. Антон, да сейчас забирай. Ты, главное, там, охраняй меня. Ребята, я слежу. Слушай, на миллиона хватит или еще больше брать? Давай еще, все забирай. Еще, ребята, поставьте лайк. У нас целых 50 секунд. Сколько? Есть, быстрей. 50 секунд, так, сейчас стараюсь. Да, ёбай, давай быстрей. Ты конь, блин, какой-то. Так, сейчас, Антон, я не знаю, сколько тут денег. Да сейчас пытаюсь. Тут 2 миллиона. Самыми богатыми. Офигеть, я уже по-любому кредиты все свои закрою. Так, ребят, давайте так, блин, быстрее, золото, ну тяжелое. Давай, осталось 30 секунд, быстрее. 30, ай. Да сейчас, пытаюсь. Антон, давай быстрее. Забирай. Да сейчас, пытаюсь, Антон, все забрать надо. А тут денег нет больше, ты пока смотри там все. Нет, там пока все чисто, вроде только золото. Золото, блин, ну все равно. 4. Сколько там денег-то у тебя? 4 миллиона, даже 4 500. О, мы новый дом купим. Давай, вот тебе 5. Быстрее, 9 секунд, полиция приедет. Да еще, побежали быстрее. Так все, оружие в руки. Особ, а что нам делать? Суп, а что нам делать? Так, полиция, мы что, будем отстреливаться от них или что? Если что, готов сейчас отстреливаться, потому что по-другому мы не уйдем. Капец, слушай, ну у меня деньги. Так, заложники, не двигаться, так всех повалю. Ну-ка, боятся всем. Да. Значит, не приехал, что ли? Не приехал? Ой, это хорошо, Антон, давай валим быстрее. Ой. Ой-ой, Антон, мы не успели. Да, Антон! Мы не успели, а что нам? Я не знаю, что нам делать. Так, слушай, Антон, ну предлагаю как-то, не знаю, заходить. Это как-то... Ладно, готов на счет 3? Раз. Давай. Так, блин, 2 и 3. Да. Давай, стреляй, ой. Ты как там много? ФБР еще приехал. Так, сейчас обстрелю, давай. У тебя слушай, нет гранаты. У меня нету вообще нифига. Так, Антон, а что нам делать? Там же дофигища полиции. Как нам до машины добежать? Надо что-то придумать. Блин, ладно. Нету черного хода. Ой, пошли нафиг, Антон. Тихо, пытаюсь. Так, Антон, на счет 3, короче. Выходим. Раз. Давай, готов бежать. Так, сейчас я флайеры кину. Раз,
два, три, побежали быстрее, все. Быстрее, валим. Бежим. Ай, господи. Беги, беги, беги. Так, давай, сейчас стреляю, стреляю, давай. Быстрее, давай, мочи, 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 давай, быстрее, сейчас. Бежим. Давай, Антоха, беги, беги, беги. Так, ребята, давай, быстрее бежим. Я пока бежим. Не вижу, давай, беги, беги. Ай, ёбать, сколько тут ФБР-ов. Отстреливайся, Антон, ёбаё. Сколько тут копов, это просто капец. Так, Антон, быстрее, быстрее в тачку, быстрее в тачку. Давай, садись, быстрее, давай, быстрее, быстрее. Ёбать, ты главное смотри, чтобы тебя не пострелили. Так, ай, 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 давай, да я думал, ты сел. Так, быстрее, Антон, давай, быстрее. Коп, пошел нафиг. А я стараюсь, ты лучше по ним стрелять, давай. Давай, ребята, мочи. Валим, ё-моё, так ты там не ранен, это, смотри, ты... Всё, всё. У меня бронежилет всё. Есть. А, так, у меня тоже, ребята, бронежилеты реально спасли нам жизнь, потому что по нам постреляли где-то 3 или 4 раза. Так, капец. Ребят, всё, валим, ой, а куда валить-то, Антон, их очень надо много. Надо спрятаться где-то. Так, спрятаться, ну, слушай, предлагаю тебе, короче, вылететь на шоссе. Вау! Ё-моё, так, ребят, давайте валим. Так, а куда валить, в лес, куда мы едем вообще? Да, в лес. Блин, так ладно, все, ребят, давайте быстрее валим от копов. Это просто речь, ребята, вот именно эта серия заслуживает 20 тысяч лайков. Реально, ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Так, тихо, ёба, сколько тут полиции? И как от них вообще прятаться? Антон! Стоп! Ты это видишь, Антон? Мы уехали от полиции! Мы реально уехали, ребят, мы просто в кусты встали и... Стоп. А деньги есть, ребят, стоп, получается мы... Отлично, сколько там? Я не знаю, там 4 ляма баксов, почти 5! Нифига себе! Ребята, это какая-то жесть. Короче, мне кажется, на этом стоит ролик закончить, а во-вторых, нам надо, ребята, покинуть эту тачку и свалить к чертовой бабушке! Быстрее прячемся! Короче, ребята, если вам данный ролик понравился, забрался, влепите ему лайк, подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться серой, а также, ребят, не забываем подписываться на моего друга Антона Топликса, ссылка на него будет в описании. Всем удачи, всем пока, народ! Пока, друзья!